Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с супругой для вас маринуем вот такие две замечательные скумбрии. И для этого нам понадобится разделать их. Отделим головы и очистим от внутренностей. Вычищаем все внутреннее содержание. Рыбку мы обезглавили и очистили от всей черной пленочки внутри. Нарезаем такими дольками сантиметра по два. Приготовим маринад. Возьмем 250 миллиграмм воды, добавим гвоздики 6 штучек, перец горошком, перец молотый 1/3 чайной ложки и щепотку зерен кориандра. Сюда же добавляем соль 2 чайные ложки, пол чайной ложки сахара, масло растительное, две чайные ложки, и добавим 2,5 столовые ложки яблочного уксуса. Доводим маринад до кипения, после чего прокипятим 1 минутку и оставим его остудиться. Пока маринад наш остывает, мы нарежем такую большую луковицу полукольцами. Лук добавим к нашей порезанной рыбе. Перемешаем и все поместим в банку. Заливаем рыбку нашим остывшим рассолом. И отправляем в холодное место, в холодильник, на сутки, чтобы рыбка наша промариновалась. И ровно через сутки мы получаем вот такую замечательную рыбку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.